Здесь метров 150 над уровнем моря. Я не хочу снова бежать и с кем-то спорить. Всему виной убеждения со знаком плюс. Пускай чужие уходят, а я остаюсь. Что случилось за последние года 4? Круг друзей стал уже, круг забот стал шире. Моя страна, точка зрения, принципы. Стоит ли что-то делать вообще в принципе? ЧП, интернет стал помойной ямой. Навязывает ахинею и ереси прямо одно и то же. Чужие фразы с малой спал. Гоняем ерунду по кругу. Стыд и срам. Дураки, глупцы, да нет же вроде не такие. То ли устали, то ли неподдельно простые. Пока в кафе Горького играет блюз. Наше будущее по-любому со знаком плюс. Здесь метров 150 над уровнем моря. Над уровнем моря, йоу. Здесь метров 150 над уровнем моря. Здесь метров 150 над уровнем моря. Над уровнем моря, йоу. Здесь метров 150 над уровнем моря. Продажные СМИ, власть, грязная политика. Мы никому не верим, стали нытиками. Зануды, раньше у девочек были бантики. А сейчас детвора выбирает Балтику. Новости вызывают только панику. Страх, трепет, пришел, вот и вся динамика. Ну как себя отделить от этого? Как? Ради чего-то или наше все просто так? Просто, что знают другие про нашу страну. Про наших людей и нашу МАГАТУ. Стоя за рубежами, смотря с ухмылкой. Ничего не там, про нас не знают, видимо. Видим мы, как то летаем, то падаем. Мы неистово метали с этой падалью мы. С бешеной силой, как открываем и шлюз. У нас еще есть шанс на будущее плюс. Здесь метров 150 над уровнем моря. Над уровнем моря, йоу. Здесь метров 150 над уровнем моря. Метров 150 над уровнем моря. Над уровнем моря, йоу. Здесь метров 150 над уровнем моря.